Разведка. Еще один раздел большой из системы «Профессионал», который я, впрочем, попытаюсь рассказать кратко, это разведка. Как, в общем, выглядит разведка? Это, во-первых, планирование, во-вторых, сбор информации, в-третьих, обработка информации, ее анализ, и, в-четвертых, доставка информации руководству страны. Стратегическая информация, естественно. Разведка должна работать, во-первых, по политическому направлению. Это все, что касается мировых лидеров, все, что касается врагов государства, стран врагов государства. Это научно-техническое направление, прежде всего, закрытые разработки военного характера. Это, собственно, военное направление. И это работа по изучению общественно-политической обстановки в различных странах, где возможны революции, перевороты, путчи и так дальше. Очень важной работой разведки сейчас является мониторинг круглые сутки, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Мониторинг угроз национальной безопасности страны в любом регионе мира. Весь мир должен проходить через мониторинг разведки каждый день с использованием компьютерной техники и так дальше, данных агентуры, открытых источников. Я полагаю, что главная задача разведки, современной политической разведки, стратегической разведки, является вербовка или внедрение агентуры в ближайшее окружение глав государств. Не только с целью получения упреждающей информации об их стратегических планах, но и с целью активного влияния, воздействия на руководство данной страны. Можно даже сделать вывод, что с любым государством, даже с такой ядерной супердержавой, как США, можно справиться не силой оружия, а вербовкой и внедрением и правильной расстановкой своей агентуры в высших эшелонах власти.